Москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. На официальном сайте мэра столицы сообщается, что в Москве движение транспорта ограничили на нескольких улицах. Ограничения связаны с работами на инженерных сетях и строительством Северо-Восточной Хорды. В Центральном административном округе ограничения введены в Рязанском проезде на Каланчевской улице и на Комсомольской площади. На Звенигородском шоссе движение ограничат на нескольких участках из-за ремонта инженерных сетей. В Западном административном округе ограничения введены по одной полосе на боковом проезде набережной Тараса Шевченко, Бородинской улице и на Украинском бульваре. На Шлюзовой набережной из-за инженерных работ будут действовать ограничения на 6 участках. Ограничено движение по улице Гвоздева и на Воронцовской улице, Прудовой и Котляковской улицах, в Первом Котляковском переулке, а также на Третьей Мытищинской и Велозаводской улицах. Введены ограничения из-за строительства Северо-Восточной Хорды на Станционной улице от Ботанической улицы до станции метро Владыкина. Более подробную информацию ищите на нашем сайте. Пока это все, а на сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только. Всего доброго!